В Твери на следующей неделе не будет света, отключения будут проходить в дневное время. Как сообщили в МУП «Тверьгорэлектро», с 10 по 14 февраля будут проводиться работы по замене аварийных опор на воздушных линиях электропередачи, трансформаторных подстанциях, а также опиловка деревьев и установка шкафов учета. Все работы пройдут в дневное время, как я уже сказала, поэтому минимально побеспокоит тверичан. Света не будет в трех районах города – в Заволжском, Пролетарском и Московском. А с графиком можно ознакомиться на сайте компании.